Февраль, месяц лютый, спрашивает, как обутый. Народная присказка, лучше всего отражающая характер последнего месяца зимы. Из-за суровых морозов наши предки называли его сечень или лютый, лютень. А за обилие вьюг и метели он получил прозвище вьюговей, вьюжник, метельник, крутень. Вьюги, метели под февраль полетели. У февраля два друга, метель да вьюга, гласят поговорки. Были у февраля и такие названия, как снежень, снежен, снеже, снеговей. За самое большое количество снега зимой, а также название межень, поскольку в феврале зима с весной встречается впервой. Согласно предварительному прогнозу гидрометеоцентра, февральская погода в этот раз не будет слишком суровой. В европейской части России, на северо-западе Сибири, Уральском регионе и на Таймыре температурный режим будет отличаться от нормы примерно на 1 градус. Дневная температура в европейской части прогнозируется в пределе минус 1,8 градусов. Ночью столбик термометра может опускаться ниже 6-13 градусов. На территории Рязанской области предварительно прогнозируется стандартная для этого месяца погода. Дневная температура будет в пределе минус 1,6 градусов. В ночное время она может опуститься до 11-15 градусов ниже нуля. В середине месяца ночные температурные показатели могут быть в районе минус 25 градусов. Осадков ожидается значительно меньше, нежели в январе. В основном будет наблюдаться пасмурная погода. Солнечных дней синоптики обещают крайне мало. Хотя первый февральский день отмечен легким приятным морозцем, ясным небом и ярким солнцем.